Привет, ребят, девчат. Надеюсь, у вас все ништяк. AK Crazy Russian, город Цинциннати, крутейшего штата Огайо. Эпопея с телефоном завершается. Я не стал ждать до завтра. Я сделал все сегодня. Соединил эти телефоны через свой раутер wireless, беспроводной. Инструкции были на обеих телефонах. Я сейчас снимаю на старый. Сегодня же пришла коробочка из Индианаполиса. Это Индиана, где-то 1,5 часа от дома. В этой коробочке returning, то есть я посылаю этот телефон лейбл в Теннесси куда-то. Сейчас я буду делать полный ресет старого, на который я снимаю. И вот здесь инструкции, как это все там подготовить, положить в коробочку, закрыть, запечатать. Поставить два таких лейбочка. Здесь мне пишут, что нужно customize. Ну, наверное, будут еще какие-то верификации. Потом я этот, конечно же, старый сделаю ресет и отправлю. Если я получу 200 баксов, это будет вообще просто песня. Как я сказал на стриме, мне дали $250 дискаунта. То есть, в конечном итоге, если этот телефон обойдется где-то в 200 баксов, просто супер. Google молодцы. Ничего не скажешь. На работе мне выдали iPhone. Сказали, чтобы все с тобой могли показать, что у них не получается на FaceTime. Потому что в основном у людей FaceTime. То есть мне звонят, показывают картинку, что там не работает. Или что нужна какая-то помощь, чтобы я это видел все. Раньше это были какие-то Google митинги, нужно было отдельно делать. Ну ладно, iPhone is okay. Я не очень переживаю. Прикольная вещь. Но Pixel делает фотки лучше. И видео тоже. Окей, USA.